Прием заявлений от избирателей для участия в дистанционном электронном голосовании стартовал 22 июля на портале выборы.gov.ru. Согласно решению Мособлсберкома, эта форма волеизъявления будет применяться в каждом городском округе, где этой осенью пройдут муниципальные выборы. По словам первого заместителя секретаря подмосковного отделения «Единой России» депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, партия в регионе накопила большой опыт работы с этим механизмом.